Под Барнаулом упал мотопараплан. В интернете появились кадры с момента падения. Случай произошел накануне в казенной заимке. Летательный аппарат при полете зацепился за дерево. На воздушном судне находились владелец мотопараплана и пассажир. Последнего увезли на скорой с переломами ноги и костей таза. Сейчас он находится в больнице. А владелец мотопараплана скрылся с места происшествия. Как сообщили в Следственном комитете, он приобрел летательный аппарат в этом году. Допрошен владелец воздушного судна, мотопараплана. Он действительно скрылся с места происшествия, поэтому причины, почему он скрылся, не поясняет. Проводятся дополнительные проверочные мероприятия. Уже по результату проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.